Был пьян и не мог адекватно реагировать на то, что происходит. Подозреваемый в убийстве полицейского в подмосковном Щелкове признал свою вину. На допросе он подробно рассказал детали рокового происшествия. Схватил маленький перочинный ножик в дверь пресса и нанес ему 2-3 где-то удара. Напомню, все произошло 6 июля на детской площадке. Эти кадры были сделаны очевидцами за несколько минут до трагедии. Двое мужчин, оба бывшие уголовники, выясняют отношения. Мимо проходил сотрудник полиции, находившийся не при исполнении и не в служебном обмундировании. Увидев происходящее, в том числе конфликт между мужчинами, он сделал им замечание. Один из мужчин очень агрессивно отреагировал на слова полицейского, достал нож и убил его. Предполагаемому убийце уже предъявлено обвинение. Следствие просило суд заключить мужчину под стражу.